Просто невозможно. Нужен был способ их массового уничтожения. И в первый год я попробовала опрыскать картофель настоем чеснока. И большинство колорадских жуков погибло. Но у тех, которые выжили, развился иммунитет. И на следующий год все колорадские жуки были невосприимчивы к настою чеснока. Пришлось искать новое средство против них. И я попробовала опрыскать картофель настоем чистотела. И большинство колорадских жуков погибло. Но у тех, которые выжили, развился иммунитет. И на следующий год все колорадские жуки были невосприимчивы к настою чистотела. Пришлось искать новое средство против них. И я опрыскала картофель настоем белой акации. Большинство колорадских жуков погибло, но у тех немногих, которые выжили, их были считанные десятки. У них развился иммунитет, и на следующий год были все колорадские жуки невосприимчивы к настою белой акации. И пришлось искать новое средство борьбы с ними. И я опрыскала картофель настоем горькой полыни. Получайте, мерзавцы. И большинство колорадских жуков погибло. Но у тех, которые выжили, их были единицы. Их были считанные единицы. У них развился иммунитет, и на следующий год все колорадские жуки были невосприимчивы к настою горькой полыни. Знаете, что я вчера выступал с этой программой в Пачамаме, и реакция зрителей была точно такая же. Ладно, посмеялись и хватит, я еще не закончил. На следующий год я опрыскала картофель настоем луковой шелухи. Сдохните, суки! И почти все колорадские жуки погибли. Почти, но не все. Остался один колорадский жук, который выжил. И на следующий год все колорадские жуки, абсолютно все колорадские жуки, были невосприимчивы к настою луковой шелухи. И пришлось искать новое средство против них. И я опудрила картофель кукурузной мукой. И все колорадские жуки погибли. Оказалось, что при намачивании кукурузная мука заметно увеличивается в объеме. Разбухая в желудке жука, она вызывает его гибель. С тех пор я каждый год опудриваю картофель кукурузной мукой. Вот вам доказательство того, что если, несмотря на все неудачи и преграды, идти к своей цели, то обязательно достигнешь ее. Все. Спасибо. Это был Евгений Хрунь. Ребята, кому понравилось выступление Жени, давайте я вас посчитаю. Нет? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Вам понравилось выступление Жени? Понятно. Все, да? 14. Тоже довольно-таки неплохой результат. Так, а следующий на этой сцене у нас Альберт Лалоян. Здравствуйте, здрасте. Ребята сзади, на галерке.
Немощны? Ну как вам? Ребята, вы нас слышите? Раз человек. Там один человек? Нет, кто слушает, поаплодируйте, чтобы я понял, что вы с нами. Лекция про картофель закончилась. Можно слушать. Все, вы с нами? Парень, ты обернулся. Ты можешь мне ответить? Да, Альберт, я с тобой, мы друзья. Да, Альберт, там еще был. Ну, ладно. Тут я давно за вами наблюдаю. На первом столике тут сидит парень с девушкой. У них бутылка шикарного вина и вот картошка фри была. Это, знаете, хорошо характеризует парня. Типа, я хоть и романтик, но могу их тащить, поняла? Да? И еще, знаете, о чем думал? Порядок выступлений сошелся так, что был Камил Алиев, потом Евгений Хруль, потом Альберт Лалоян. Вам не кажется, кто-то выпадает из этой картины хачей? Вот. Кто-то явно лишний. Теперь к тому, что я готовил. Смотрите, кто сидит в Фейсбуке? У кого? Кто не знает, что такое ВПН? Давайте, дедушки, девы. Смотрите. Вот, ты явно выглядишь как пользователь Фейсбука. Пишешь какие-то посты? Что-что? Что? Ой, есть что-то думать, потому что... Нет. Это же его владелец зарабатывает 10 миллиардов за год, зарабатывает чек-мира. Супер, Марк Купинберг. Возможно, человек сейчас себя прорекламировал. Вы можете не знать. Ну, в общем... Контакт увидел Facebook, да? В свое время. Ну, походу, Facebook. Бесконечный спич. Спасибо, Альберт. Не, можешь про... Расскажи, что такое Facebook поподробнее, послушайте. Вот теперь мне тебя послушать нужно. Как вам мое выступление? Ладно, я продолжу. В общем, вам не кажется, что Facebook он немножко подохерел? Ну, то есть, он очень, очень много о себе думает. То есть, я иду недавно по улице, мне появляется уведомление, вы не хотите добавить друзья Алину Косяковскую? А я не хочу, я... Если бы хотел, я бы ее добавил. В общем, смотрите, я говорю сетапы, а человек добивает шутки. Такая схема у нас. Я тебя лично запишу, ты... Ну, в общем... Нет, я процитировал... Там... Пиши себя сам. Отец, ты видишь, какое уважение? Сразу вот ты вышел, сразу как бы в комменты пошли. Так и мы вместе с ним пришли, да? Это вообще мой батя, если... Ладно, я продолжу, если никто не против. Просто, может быть, есть такой человек. Недавно купил iPhone, и секса в жизни стало больше. Гораздо больше. Серьезно, это работает. Столько членов в моей жизни я еще не сосал. И за это большое спасибо iPhone. Кое-кто не добил шутку, ну ладно. Вы еще меня слушаете? Да, конечно. Да. Познакомился недавно с девушкой, расскажу, как я с ней познакомился. Она ехала в маршрутке, увидела меня, высунула голову в окно и начала кричать: «Альберт! Альберт!» А я ехал в этой же маршрутке, я сидел рядом с ней. И вот она немножко припезденная. Вот, чтобы вы понимали, насколько эта девушка припезденная, она вполне обычная девушка. Вот настолько. И мы недавно с ней гуляли, мы проходили мимо церкви, она остановилась около церкви, говорит: «Аллах Акбар», и делает вот так. Понимаете, насколько она конченая? Она покрестилась слева направо. Вообще с котелком подружка не дружит. Да, спасибо. У меня есть друзья-негры, и
И я очень не люблю, когда над ними стереотипно шутят. Серьезно, это же опасно. Кто знает, что у этих обезьян в голове? Они же могут и рэп зачитать, в конце концов, об этом, если им разрешит хозяин. У меня такое ощущение, что есть в зале человек смешнее меня, и... Дональд Трамп. Я продолжу. Вчера столкнулся с такой ситуацией, это реальная история. В общем, мы с ребятами парковали машину, подъехали к гаражу, а там стоял невменяемо пьяный мужик. Вот он типа стоит вот так вот и... Мы подходим к нему, говорим: молодой человек, как вас зовут? Он говорит: пиво. Мы говорим: имя ваше? Он говорит: пиво. Я подумал, что, вероятно, в этот момент было всего два вопроса, на которые он мог ответить правильно. Это как ты до этого докатился и чего ты сейчас хочешь больше всего. Вот. И мы рискнули, мы вызвали скорую, скорая приехала, его взяли в машину, забрали, и попался вот охренительный юморной мужик среди врачей. Есть такие. Вот, просто этот мужик сел в машину скорой помощи, он говорит: где я? А врач говорит: вот, да, отошли, сейчас рожать будешь. И поворачивается на нас и делает так, типа. Вот, и просто мы решили узнать все-таки, как зовут этого мужика, мы решили говорить имена наугад. Мы говорим: Дима, он такой. Говорим: Василий, он... Говорим: Саша, он такой: что? И вот общаемся мы, вероятно, с Александром, вот, а сбоку стоит мужик и такой: а потом пуповину обрежем. Понял, вам не очень заходит текстовый юмор, поэтому сейчас эту же шутку я попытаюсь вам весь блок передать в танце. Под ваши бурные аплодисменты. Ценители юмора сели тут, ебалом вертят. Половина из вас, блядь, смеялась с сериала «Солдаты». Вы думаете, это не смешно? Да хуя вы все о себе возомнили, вот что я вам скажу. Не смешно им. Что, охуенное вино, да? Под картошечку. Пизда-то идет. Идите все нахуй, спасибо. Кому понравилось выступление Альберта? 15 результат Альберта. Какие-то хамские наклонности у нас есть здесь. Ладно, а следующий комик на этой сцене... А, их, собственно, осталось уже два. Давайте, Владимир Олещенко... О, был. Владимир Степаненко! Привет, народ! Всем здравствуйте! У меня есть друг с машиной.
ну как с машиной, с шестеркой, вот. Ну как друг, таксист знакомый. И вот он меня иногда подвозит, и чтобы понимали, насколько у него старая машина, я решил классифицировать их по тому, на каком возрасте, как за ними ухаживают. И так, на первой стадии, когда машина новая, и люди хотят помыть машину, они идут на мойку. На второй стадии люди для того, чтобы помыть машину, уже используют ведро и мочалку. На третьей стадии люди используют дождь. Вот у него как раз седьмая, я хер знаю, я не удивился, если бы он когда-то сделал так и протер лобовое стекло, чтобы хоть как-то рассмотреть дорогу. И вот мы недавно с моим другом ехали на этой машине в центре, нам надо было повернуть, и нас долго никто не пропускал. Но потом водитель одной иномарки уступил нам дорогу, и мой приятель по поворачиванию нашел ничего лучше, чем отблагодарить этого святого человека и нажал аварийку. И мне кажется, где-то в глубине души водитель иномарки подумал: «Сука, ты еще и поломался, да?» Но нет, он не поломался на этот раз. И я недавно был на дне рождения у одного ребенка, хотя жене не нравится, когда я так называю сына. Вот. Нет, это просто был ребенок наших знакомых. Ему исполнялся год, и чтобы понимали, у него был прям пир. Был заказан ресторан, была шоу-программа. Я на всякий случай достал телефон, если вдруг вывезут маленький торт, и из него выскочит маленькая стриптизерша. Просто поснимать, если может. Карлик-стриптизерша, это всегда прикольно. И просто... Я вырос в бедной семье. Если бы мне на мой день рождения, на первый, закатали такой праздник, то когда я бы я научился ходить, там, в год и два, или там, в год, меня бы родители направили в сторону двери и сказали: «Вали, работай. Надо кому-то гасить кредит. Ты слишком о себе много возомнил. Не такой уж ты нам и дорог». Вот. Кот у нас не просит дня рождения. Ладно. Просто я не понимаю, зачем вообще тратить такие огромные кучи денег для создания, которое вряд ли это оценит, да и вспомнит с трудом. Максимум по фотографиям. А если учесть, что многие дети в этом возрасте похожи друг на друга, то вообще-то зачем тратить такие деньги, если можно накачать фотки с интернета? Очень удобно. Вау! Вы мне в детстве подарили мотоцикл? Да-да, мы тогда жили совсем другой жизнью. Тебе дарили мотоциклы, вот возили тебя на море. А вот к тебе на день рождения приезжала Ким Кардашьян. Вот, и в качестве подарка кормила тебя грудью. Классная фотка. Я иду по нарастающей. В прошлый раз было так же тихо. Да, стабильно, стабильно. Значит, я не такой, я не умею. Ну там уже все равно 3 минуты и стекло. 3 минуты и стекло. Смотрите, народ, никогда не заводите себе двух питомцев, если вы такая же ленивая жопа, как и я. У меня просто дома кот и собака, и столько, блядь, шерсти, что можно слепить еще одного кота и собаку. Раз в неделю, наверное, я не знаю. И просто, если к коту у меня претензий нет, я просто убираю за ним говно и благодарю, что живу у него в квартире, то собака меня конкретно бесит. С нее постоянно сыпется и появляется новая. Я смотрю на нее своей лысой головой, думаю: «Откуда? Почему? Почему у тебя волосы растут там, где надо, а у меня из носа?» И это бесит. И просто эта шерсть, она достала, она везде, она на полу. Я в гости хожу в последнее время не потому, что соскучился за друзьями, а потому, что хочу попробовать еду без шерсти. Вот везде шерсть задрала. На полу, в постели. Я когда орально удовлетворяю жену, а такое надо делать, если ты хочешь заняться сексом, и ты женат. Если ты не женат и хочешь заняться сексом, то можно просто подрочить, а? А если ты женат и хочешь заняться сексом, то надо, да, только орально. Сосать самому себе. Ладно, смотрите. И вот когда орально удовлетворял жену, я просто не могу... Это со стороны напоминает, как будто бы я ем толстолобика. Просто я... У тебя есть черная корочка, может, пройдет. И просто, что хуже всего, я даже не могу ей предъявить претензию. Там через раз собачья, понимаете? Ладно, спасибо за внимание, у меня все. Кому, ребят, понравилось выступление Вовы? Давайте я вас посчитаю. 2, 4, 6, 8.
9, 10, 10, 11. Новое слово. Эй, ребят, вы знаете, я обычно не веду открытый микрофон, но сегодня попросилась. И мне разрешили, подходит ко мне знакомый и говорит: я знаю, почему ты хочешь вести открытый. Ты хочешь смотреть на мужские попки. И вы знаете, вот последняя попка на сегодня — Александр Селин. Всем привет, здрасте, 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 здрасте всем. Смотрите, у меня есть претензия ко всем девушкам, вот прям претензия. Вот перестаньте гулять с кем-то еще, когда у вас уже есть парень, окей? Что выглядит так, как будто бы вы ищете кого-то получше, вот вариант получше, да? Типа, у меня есть парень, у тебя есть шансы. Просто, вот я вариант всегда не получше, знаете, я вот всегда тот человек, который не получше, у которого нет шансов. Вот парни, если когда-нибудь вы увидите, что я гуляю с вашей девушкой, вот не переживайте, это только укрепит ваши отношения. Можете даже этим спекулировать, знаете, можете потом, если она будет выделываться, сказать ей: значит так, смотри, сейчас к Селину пойдешь. Сходишь к Селину, все поймешь. Да. И как-то мне одна девушка сказала, я хотел с ней замутить, она говорит: мне просто не нужны никакие отношения. Я думаю, вот в смысле не нужны никакие отношения? То есть, типа, если я узнаю, что ты с кем-то встречаешься, да, я тебе позвоню, скажу: ты говорил, тебе отношения не нужны. Вот не будет такого, да, что она скажет: а, да, блин, забыла, точно, ёп. Валер, собирайся. Все, мы расстаемся, Валер. Дело не в тебе, просто пацан реально раньше занимал, Валер. Валер, если что, ты 17-й. Не расстраивайся. И вот я заметил, девушки вообще не заморачиваются над отмазками, знаете, вот вы просто ляпнете, а потом типа так как-нибудь разгребусь. И я хотел познакомиться с одной девушкой на сайте знакомств, и я ей написал, и она мне говорит: я здесь не знакомлюсь, я здесь играю в игры. На сайте знакомств, да? Самое место для игр, да? Где же еще играть? Такая, знаете, познакомлюсь, в игры играю на сайте знакомств, познакомлюсь, запущу дотку, да? Вот. Максимально логично. А говорит: я не знакомлюсь, я играю в игры. Просто это то же самое, что подъехать к девушке вот на Московском, спросить сколько, она достанет телефон, скажет: я здесь не работаю, я играю в игры. Здесь отличный Wi-Fi. Проезжайте. Не для вас цвела эта роза, да? Такая. И я не понимаю несоответствующие пары, знаете, вот бывают несоответствующие пары, и мне кажется, они очень сильно... Когда вы не соответствуете друг другу, вы сильно ограничиваете отношения. Это... Вот я объясню, я видел как-то огромную девушку, максимально огромную, вот представьте себе, огромную, это она, вот, в ваших мечтах, знаете, это. И рядом с ней шел парень дрыщ, вот, и вот я решил, что они встречаются, они пара, потому что они шли за ручку, но, может, нет, может просто он был ее еда, я не знаю, не мог вырваться просто, но они себя вели как пара, и я вот подумал, если они пара, значит, возможно, они играют в интимные игры, и если он когда-нибудь будет с ее тела что-то есть, вот он максимум дойдет до половины и скажет: фу, я не могу больше. Видимо, зря перед выходом поел, надо было генку звать. Слушай, можно я это все в судочек сложу и завтра на работе доем, а пока просто покемарю рядышком чуть-чуть? Да, и знаете, у меня как-то уезжали семейная пара друзей из квартиры, и я там просто жил. Вот просто. Им кто-то. Мои кенты мне говорили: мог бы баб водить. А я не мог. Я не мог. Потому что там один арка, и на всю стену висит портрет жены. Вот так вот, понимаете, только он не двигается. Вот. И стенд с ее фотками от пола до потолка. И как сюда привезти девушку? Что я ей скажу? Это чужая квартира, я так потрахаться привел. Это вряд ли сработает. И я начал думать, что с этим сделать, и вот единственное, что я придумал, это на каждой фотографии уголок черным скотчем заклеить. А потом думаю: блин, ну где я найду такую, которая прям возбуждает криминальная атмосфера, да? Которая скажет: запах ладана, я хочу тебя. Да, вот. Где такую взять? И все равно, даже если бы я нашел, можно было бы попасть в неловкую ситуацию. Я просто мог забыться, тупануть, сказать: слушай, как-то романтики не хватает, давай свечки зажжем. И...
и все бы прошло кратно, да? Ничего бы не получилось. И как и любая девушка, все же любопытные, все любопытные. Она бы спросила, кто это? Ну, что бы я ответил? Это моя бывшая. Она от меня просто так не уходит. Да, спасибо, у меня все. Александр Селя. Кому понравилось выступление Александра? Давайте я вас посчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Кто хочет, да? А на сегодня это был крайний комик, поэтому приглашаю сейчас всех на сцену. Дима Тютюн, Владимир Степаненко, Владимир Олещенко, Евгений Хруль, Галим Алиев. Кого-то забыл. Александр Селин, Альберт Лалаян. Обиженный на нас не выходит на сцену. Окей. А сегодня барабанная дробь, да? Кто бы вы думали? Первое место занял у нас. Андрей! Внуком, да. И второе место у нас занимает Дима Тютюн. Сертификат отходит на сегодня. Всем спасибо, ребята. Ждем вас ровно через неделю в это же время на этом же месте.